приветствую вас, дорогие друзья. Это снова я, первый караванный центр. Сегодня у нас на обзоре караван Sterling Eclipse, приехавший из Англии. Караван в прекрасном состоянии. 2003 года выпуска. Прежде чем начать обзор, я в очередной раз вас попрошу подписаться на наш канал. Ставьте лайки к этому видео, комментируйте обязательно. Также переходите на наш сайт. Ссылочка будет в описании. Первый караван.ру. На нашем сайте вы сможете увидеть все прицепы, которые у нас в наличии. Также ряд полезной информации. Обязательно прочитайте. Всем большое спасибо. Так, приступаем непосредственно к видеообзору подробного данного каравана. Как я уже говорил, прицеп приехал из Англии. Данный караван растаможен, находится в Санкт-Петербурге. Янина 1, улица Шоссейная, 50А. Цена каравана указана в описании. Длина прицепа 4,20 без дышла, с дышлом 5,20. Ширина 2,15, высота 2,45. В караване есть все, как в стандартном англичанине. Начнем с прицепного устройства. Прицепное устройство состоит из накатного тормоза, стабилизатора движения, стояночного колеса, ручника и вилочки на 7 пин. Одной и вторая. Вот. Страховочный тросик. В случае чрезвычайного происшествия нам он затянет ручник. В бардачке ставится запаска, запасной бак, точнее это основной с одной стороны, вот здесь ставится, а с другой стороны запасной. Вот. Бак сюда влазит на 27 литров, наш редуктор меняется и по евростандарту все подходит. Вот. Пройдемся по отсекам, что у нас тут есть. Здесь подключается насос-помпа. Вот я вам покажу, как он выглядит, кто еще не видел. Здесь выхлоп от газового бойлера. У нас бойлер газоэлектрический, отсюда выходит выхлоп при использовании от газа. Штатное место для аккумулятора. Все клеммы подведены, а вот эта решеточка, точнее, крышка как раз-таки вот отсюда. Вот. Подключение 220, также даем в комплекте переходник. Резина 14C. По днищу все в порядке в прицепе, никаких вопросов не возникает. Рама целая, днище сухое и целостность его не нарушена. Здесь у нас кассетный биотуалет. Расположена кассета на 15 литров и также заливная горловина для воды для смыва. Фонари посвежее уже. Окошки целые в караване нашем. Вопросов никаких нет по состоянию. Все здорово. Сюда заводится палаточка. Пазы целые. Все здорово. Итак, последний отсек у нас наружный. Здесь можно еще положить что-нибудь. И также здесь подключение простое 220. Четыре лапы в прицепе имеется. Две спереди, две сзади. На данный момент стоит на одной лапе. Вот. Пойдем оценивать прицеп изнутри. Фиксатор имеется для дверей, чтобы не дергалась дверь, а зафиксировалась крепко. Если нам нужно закрыть, мы потянули и открыли. Все здорово. Также дверь делится на две части. Вот. Тоже полезная штука. Лесенка в комплекте. Очень удобно подниматься. Вот. Сразу сделаем общий вид, покажу вам. Вот так. Все выглядит свежо. Современно.
Вот. Итак, приступим к обзору. Внутри, вот здесь у нас раковина, горячая холодная вода имеется. Сейчас дверь прикроем, чтобы солнце не падало. Москиточки на всех, кстати, есть. И шторочки. Вот, солнцезащитные. Все закрыли. Здесь у нас раковина, горячая холодная вода. Слив идет наружу, на улицу. Покажу тоже, как буду выходить с прицепа. Четырехконфорочная газовая плита. Все конфорки работают. В целом все оборудование работает. Никаких вопросов у вас не останется после покупки. Мы все продемонстрируем с нашим техническим специалистом. Он вас научит. Это в его же интересах. У нас также есть горячая линия после покупки. Обязательно можно звонить, если останутся все-таки какие-то вопросы. Итак, здесь у нас гриль. Духовой шкаф. Вот, также работает. Здесь душевой поддон, туалет Тетфорд, я уже рассказывал принцип его работы. И раковина, из которой вытягивается лейка душевая, и можно пользоваться душем полноценным. Душ, напор очень хороший будет. Вот. Печка Трума с раздувом по прицепу. Вот наши раздувы видны под ящиком посередине, два, один слева, один справа. Вот в туалете также есть. Вот, печка Трума работает от газа электричества 220. Вот, очень хорошо греет, тем более не такой небольшой прицеп. Нагреется крайне быстро, плюс еще с раздувом. Холодильник Electrolux на 80 литров с камерой побольше морозильной. Вот, кто разбирается, кто смотрел уже мои обзоры, видел, что бывает камеры намного меньше. Это считается стандартный размер. Вот. Итак, также, если вы хотите посмотреть какие-то дополнительные фотографии более подробные, если у вас остаются также вопросы, вы можете посмотреть на нашем сайте, найти этот прицеп на нашем сайте. На данный момент он будет у нас в новинках, так как приехал только сегодня. И, соответственно, сайт будет, ссылочка в описании, 1caravan.ru. Вот, обязательно переходите, ознакомьтесь с ассортиментом актуальным. Большое спасибо. Так, переходим к комнате отдыха. Зона отдыха у нас состоит из двух диванов слева-справа больших. По длине 1,85 м, по ширине 2 метра. Соответственно, я имею в виду по ширине, если разобрать кровать, их одну большую. Сейчас покажу, как это делается. Вот. Также на больших окнах имеются москитки и противосолнечные шторки. Так, кровать собирается следующим образом. Вытягиваются отсюда рейки. Вот. Все крайне просто. Боковые подушки вкладываются посередине, и у нас образуется кровать. Также эти фотографии вы можете увидеть на нашем сайте, я уже говорил, в разложенном виде. Обязательно я зафиксирую это на фото. Вот. Итак, возвращаемся в исходное положение. Собираем еще вот такой столик дополнительный, кофейный. Можно попить чаю, покушать, если надо, по-быстрому. Вот. Также дополнительный столик ставится на четырех ножках вот сюда, раскладной. Под кровать у нас довольно много места, можно положить много чего. Вот здесь коврики лежат от прицепа данного. Вот, под этим матрасом мы находим наш газоэлектрический бойлер. Сейчас я подберусь к нему поближе через эту подушку. Вот он, наш газоэлектрический бойлер. Он работает, проточного типа, на 10 литров. Если кто-то не знает принцип работы, звоните обязательно, я вам расскажу подробно. Также здесь имеется штатив для телевизора, держатель. Вот. Прицеп по состоянию вопросов не имеет. Здесь вот все в оригинале, все в отличном состоянии. Вот. Не требует доработок и вложений.
Приехали, купили. Цена, напоминаю, будет в описании. Обязательно смотрите. Также, если вам понравился наш обзор, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите на наш сайт. Большое спасибо за просмотр. Всех ждем, у нас Янина 1, шоссейная улица 50А, 1 километр от КАДа Санкт-Петербург.